Строительство, завершение которого, пожалуй, ждут действительно многие. Сразу три детских садика в Щелковском районе возводятся в рамках программы губернатора региона «Наше Подмосковье». Строительные работы должны быть завершены до конца года. Укладываются ли рабочие в срок, проверили представители администрации Щелковского района. Довольно вместительное учреждение дошкольного образования должно открыть свои двери для юных жителей деревни Медвежьи Озера. Детский сад с бассейном. Садик на 240 мест возводится в Медвежьих озерах на улице Юбилейной. Сейчас здесь идут кровельные и отделочные работы. Устанавливаются окна, а параллельно продвигается благоустройство. Все коммуникации к зданию детского сада сейчас подведены. Перед компанией-подрядчиком стоит задача как можно скорее закрыть контур и подать отопление. У нас начата электрика, отопление. На следующей неделе все стояки поставим уже и будем запускать греть. И следующей неделе закрываем контур окнами. То есть мы как бы закрываем весь объем, чтобы делать внутри. А вот в детском садике на территории бывшей воинской части в поселке Новый Городок прогресс значительно меньше. Долгое время работы здесь шли с отставанием, однако сейчас строительство сдвинулось с мертвой точки. В данный момент на площадке идут монолитные работы на уровне первого этажа. Параллельно ведутся работы в подвальных помещениях по укладке перегородок, монтажу системы отопления. Частично выполнено благоустройство, посажены кусты. Здесь, я так понимаю, ситуация получше. Я хотя и ругаюсь, но чувствую, что к Новому году здесь все будет хорошо. Строительство детского сада в самом центре города Щелково в Первом Советском переулке также продвигается с переменным успехом. Работы на площадке пошли быстрее только после смены компании-подрядчика. И сейчас строители готовят конструкции для первого этажа здания. Сразу пойдет кладка уже первого этажа. Окна у него заказаны, соответственно, он уже будет идти параллельно. Участники выездного совещания отметили, что для того, чтобы уложиться в срок на строительных площадках, необходим постоянный контроль со стороны как представителей районной власти, так и общественности. Александра Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».